Уже давно я не покупаю рыболовные стопорки для лески, а делаю их сам практически из ничего и в неограниченном количестве. Очень часто на рыбалке попадается вот такая вот резина, разной толщины, разной длины. Она используется рыбаками для таких снастей, как резинка. Когда обрывается, ее просто выкидывают. Валяется ее на берегах немерено. Из нее я и делаю стопорочки. Получаются они ничуть не хуже заводских, также отлично держат, зато выходят, можно сказать, в халяву. Берем обычные ножницы и какая нам нужна длина. Нарезаем кусочки. Нарезаем нужное нам количество. Главное, чтобы резина была прочная. То есть она бывает уже, когда лежит на берегу, начинает вот так вот лопаться. Ее проверяете на прочность. Если где-то кусок у вас начинает рваться, то он уже не подойдет. Нарезали нужное вам количество. Далее я буду использовать уже от заводских стопорков вот такую проволоку. Но это делать не обязательно. Можно хоть на леску, хоть на ниточку это все сделать. Мне просто так удобнее хранить их и транспортировать. Берем иголку с широким ушком. Вот так вот ее продеваем в любой хвостик проволочки и загибаем. Вот что должно получиться. Ну а дальше приблизительно по центру прокалываем резинки и одеваем их сюда. И протягиваем. На один хвостик я одеваю их по 4 штучки. Эта резина держится на леске ничуть не хуже, чем покупные стопорки. Поэтому как бесплатная альтернатива очень даже неплохо подходит. Продели иголочку. Чуть-чуть делаем заход для лески. Петелька получилась, этот хвостик убираем в сторону. Также берем иголочку, ищем приблизительно центр и как мясо на шашлык насаживаем нужное нам количество, не доводя до ушка. Резинки одели, теперь вставляем опять через ушко проволоку и одеваем их. Вставили, краешек загнули, протягиваем по одной штучке. Раз, два, три, четыре. Дальше выпрямляем ушко и также его раскрываем. Вот такой вот, друзья, простой и быстрый способ, а главное практически в халяву. Итак, как вы видели, прошло всего несколько минут, и теперь у меня целая куча надежных, а главное бесплатных стопорков для лески. Как вы убедились, ничего сложного нету, все очень просто и быстро, а главное в халяву. И если кто-то думает, что такие стопорки будут плохо держаться на леске, вы сперва попробуйте, а потом уже что-нибудь пишите в комментариях. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.